равно это надо как-то, чтобы это отстоялось, вот, в спокойной обстановке все продумать. И вот тогда можно сформулировать вот то ощущение, которое мы приобрели, или мы, нет, приобрели скорее, да, не потеряли. Мне кажется, что западная жизнь, она спокойнее в чем-то. Поэтому, когда люди идут в театр, это праздник, это что-то вот, что-то особое. Мне кажется, что люди более-менее свободные ходят в театр. Вот в той крутней беготне, которая, значит, существует, вот эта вещь. Ну, в общем, короче, вот это надо было бы делать не в воскресенье. Вот я бы ее воспринял по-другому. Например, вот этот психологический такой подход к этому моменту.